11 и 12 кроме этих блоков остается еще всего-навсего 4 в первом кейсе. 50, 12, 50, 12 и 50, 47. 50, 47, с него я начну. 11 блок первого кейса. Разделка, автограф и джерси. Отличное начало. Еще одна параллелка. И еще раз уже. Пять плюс один, что вполне логично, скорее всего, еще будет. Такая же карточка. Так. Так. И так оно и есть. Вторая карта 5 плюс 1. Ну и параллелки осталось найти. Вот одна из них. И еще проделки. Последние 4 пакета. Пакета здесь похоже, что ничего интересного. Все было найдено раньше. Итак, параллелки: Патрик Бьоркстранд, Медвежчак, Томаш Нетик, Слован, Роман Людучин, Нефтехимик, Иван Хлынцев, Югра, 3 из 100, Алексей Ефименко, 96 из 100, Динамо Минск, Игорь Магогин, Югра, Энвер Лисин, Адмирал, Джонатан Сигалет, Слован, Братислава, Дмитрий Рябыкин, Золотая версия, также 98 из 100, Трактор, и Владимир Галузин из Нижегородского, Торпеда. Ну, теперь самое интересное. Тэмо Хартикайнен, 5 плюс 1. Салават Юлаев, 116 из 300. Тэмо Хартикайнен и Сами Леписта. Автомобилист, 207 из 300. Джерси одноцветная. Максим Лазарев, Акбарс, 22 из 250. Это драфт юниоров. Ну и также Акбарс, Артем Лукоянов, автограф, 1 из 50. Артем Лукоянов, Акбарс, Казань, такой акбарсовский блок.
получился. Какой по командной принадлежности будет этот блок, узнаем минут через 5. 50-12 номер уже показывал. Так. Начинаем открывать пакет этого блока. Смотрим. Снова такой же автограф той же подсерии. Как-то их много. Третий уже. Третий в кейсе. Пока только один автограф, что, конечно, уже неплохо, но хотелось бы еще найти три хита разной, обычно получается, степень хитовости. Три подряд карты из-под серии КХЛ под знаменем промелькнуло. Так тоже бывает. Так. Что у нас? Еще два хита. Не найдено. Итак, джерси я вижу. Джерси финальной серии Челябинского трактора одиночная. И также вижу карту 5 плюс 1. Вторую по счету в этом самом 12 блоке. Так, осталось несколько параллелок еще найти. Сколько их тут? 7. Значит, 3. Еще не найдено. Раз. Параллелка. Две подряд. Интересно. Их за две надо считать. Или за одну, обычно посередине пакет лежит. Параллель. Так, последние пакеты. 5 штук. Так. Параллелка. Раз. И параллелка 2. 11 штук, если не ошибаюсь. Надо пересчитать. Да, на самом деле 11 параллелок. Константин Барулин. Акбарс Казань. Мартин Штайнах. Слован Братислава. Сергей Варламов. Донбасс. Донецк. Александр Судницын. Нефтехимик. Нижнекамск. Сергей Терещенко. Металлург Магнитогорск. Золотая версия. Александр Павлович. Из Минского Динамо 31-32 из 100 Мирослав Копржива, также золотая версия 18 из 100 Слован, Оскар Осало нефтехимик, Сергей Костицын 3-я, параллелка 11 из 100 Авангард, Якуб Штепанок Северсталь и Владимир Ткачев из Казанского Акбарса. Такие вот параллелки, 11 штук, еще раз повторю, хиты. Хиты такие. Алексей Морозов, ЦСКА.
Штат, серия 5 плюс 1, 250 из 300. Брэндон Баченский, Борис, 109 из 300, также 5 плюс 1. Джерси финальной серии, Дмитрий Рыбыкин, трактор, двухцветный и одноцветный куски, 42 из 250, Дмитрий Рыбыкин, трактор, Челябинск. И автограф, Валерия Дыдыкина из Новокузнецкого, Металлурга, 36 из 50, 36 из 50, Валерий Дыдыкин, Металлург, Новокузнецк. Такие вот два блока, два автографа. В них были и две джерси, что достаточно неплохо само по себе.